Управление Следственного комитета по Витебской области приняло гостей. Познакомиться с особенностями этой профессии приехали 10 старшеклассников из Великолеченского детского дома. Именно это учреждение выбрали не случайно. Как оказалось, это малая родина для одного из следователей. Сергей Мисник попал в Великолеченский детский дом более 20 лет назад. По окончании 9 классов он уже определился, кем хочет стать в будущем. Его мечтой была работа в правоохранительных органах. Чтобы ее осуществить, он поступил в Академию МВД. Затем стал следователем Витебского районного отдела Следственного комитета. На личном примере Сергей Мисник показал ребятам особенности этой профессии. Начали экскурсию с осмотра музея и специальных кабинетов. Старшеклассникам не только подробно рассказали о работе следователя, но и продемонстрировали ее на практике с помощью инсценированного места происшествия. Мы показали детям, как оборудованы кабинеты следователей, какие следственные действия проводятся с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, которая способна выехать в любое время суток и обеспечить работу следователя в любых погодных условиях. Показали, что и как необходимо вести себя на месте происшествия, частично оборудование крим-лаборатории, потому что ее возможности довольно обширные.